Вас сегодня плохо на ужине накормили? Сегодня хорошо, а вот до этого дня был плохо. Это вопрос жене. Хорошо, давайте, что же он символизирует? Скажите, у вас вот этот амулет сосиски. Если я буду хорошо на форуме, то мне все будет хорошо. Будет хорошее настроение. Аплодисменты амулету. Так, движемся дальше. У вас как амулет называется? Солнышко, лучиков не хватает. У вас кофта желтая, она сойдет за лучики. И что символизирует? Хорошее настроение. Хорошее настроение. У нас будут зеленые стоянки, и как раз у вас там, я уверен, что будет хорошее настроение. Аплодисменты. А у этого солнышко. Ну тут все понятно? Айка моя. О! Танец от нашего зайца. На дискотеке сегодня будете зажигать? Давно тебя люблю. Хорошо, расскажите, что же символизирует ваш амулет и как он называется? Костюм? Костюм, уже костюм. То есть это все еще в процессе, и мы увидим уже полностью одетого шары, да? Что символизирует? Зайца. Зайца? А что амулет приносит? Удачу, счастье, здоровье или просто часто ездите на трамвай с зайцем? Диетическое мясо. О, завернул так завернул. Аплодисменты. У вас что за символ? У меня символ счастливая семья. А где вы тут счастье увидели? Или семью? Глава семьи, если как сюда подошло. А рядышком супруга. Посмотрите, а как... вот это вот глава, а вот то, что рядом, это его жена. Да, хорошая семья, аплодисменты.